второй. Если мимо нас проехать. Что, она на Минск берутся. Ребят, что-то я не вижу тебя пока. Все вот так. Тысяча КД. Вторая часть нашего города. Встали. Даже не знаю почему. Это я сейчас прибью. Ребят, я задвинул дверь, короче, я не стою. Тихо. И че злится мне? Ой, я думал закрыто. Пен долетал сильного, слушай. Зашла. И так всегда делал. Где-то он супер. Короче, ребят, я сегодня должен сюда пойти в кино. Ну, точнее, через час. Я уже должен быть здесь, но я сюда не пойду. Это просто маска, короче, не останется. Я пытался сейчас нажать. Ничего. Сколько стоит? Он стоит, скажу. 110 тысяч. Quad-core, да, i5. Да, Дэн, я знаю. Я знаю. 109 тысяч, да такое. Титан Икс, господи, сердце ебашит. Ох, Титан Икс, а я хочу себе сходить, посмотреть и поиграть в Xbox. Пошли, быстро. Ребята, я включил камеру, короче, когда он начал бомбить насчет мака. Титан Икс или как? Во всем месяце. Лучше титан за это тогда уж. Опять ждать. Да, опять его ждать и потом опять вставать. Нет. Я тебе дам пендаля и еще раз снова понять. Я могу сейчас здесь развить, там люди станут. Я тебе дам по яйцам. А, нет, кстати. Сейчас не раздвигаюсь. Он приехал. Черт, ты кто открывается? Это такой лифт говно. Если ты еще раз так сделаешь, я тебя выгоню. Точно. Ребят, ну вы поняли, да? Три. Понял, что сегодня. Поедем сейчас. Все, тихо, мы едем дальше. Быстро. Все. Мы едем. Он все бомбит. Сейчас по жопнику довольно. Иди. Иди. Пойди. А, насилует педофил. Дяденька педофил со мной здесь. Уйди. Я пошел в охрану, раз, два. С камерой. У меня еще раз было. Ну, ты профилактика. Что, ну давай еще раз попробуем.
что точно закрепить нашу пляж. Меня охрана не видит, даже что с камеры снимают, здесь не протянуть снимать. Хотя я здесь не сказано нигде, но поэтому не снимаю. Нет, здесь причина по правилам магазин, там даже значок есть. Ну, но мне похуй. Кстати, если меня сейчас видят по камерам, что он мигает огонек над камерой, то мне пизда. Ой. Огонек на камере. У меня уже палец. Господи, слева от нас за витрине чел. Он мне камера. Да, у меня она мигает, она меня бесит. Как это видишь? Запуск. Вали. Да. У меня тут жидкость. Power rate. У меня мышцы болят. После воркаута, который будет, кстати, в предыдущем. Ой, в следующем году. Го. Это? Можно. Пожар еще что-нибудь снял? Могу. Обломился. Позвоночник переломился. Вода тяжелая. Гуляем. Гуляем. Кстати, у нас до хера получается бабла, пусть я сейчас остается. Я на сам РП задонатишь. Он донатит сам. Фу-фу-фу, он донатит сам. Все донатит. Ну я тоже доначу. Фу-фу. Может, эти возьму Крекса? Хотя. Хотя это дороговато, конечно, но можно взять они. 99. Ну что? За это говно. Да, я тоже согласен. Давай Макса возьмем. Майонез. Ого. Майонез вместо чипсов, да? Может это? Деньги хватит. А за сколько ты хочешь? У тебя же дохуй. У тебя... 70. А остальное сам пропай. 33 плюс 21. Найс. Остальное. О, боже, донатит на сам ПП. Кто донатит на сам ПП? Дэн Дэма. Кто донатит на сам ПП? Дэн Эванс. Нет. Вы Элва, помните? Дэн, вы готовы, дети? Дэн. И меня спалил наш сетаж. Дэн, а самый, знаешь, чем дикий угар? То, что у Спанч Боба, ты получается как Спанч Боб. У тебя тоже два имени, короче. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, скоро память. А потом. Я не хочу. Да, а потом идет губка Боб, квадратные штаны. Значит, у тебя тоже Дэн Эванс и Дэн Дэма. Кто быстрее был туда встать? Сами сюда. Так называемый экспресс кашель действительно. Бабуль. А они начинают в виде экспресса. Я знаю, экспресс кашель это просто дичь. Сейчас просто их две работают. Четыре, просто надо бухатку. Меня чел напрягает. Нет! Сука. Это моя вода. Ага. Я решаю, когда ее пить. Ага. Он хотел ее открыть. Ты открыл мою вону. Нет, это не чипсы. Я знаю, что это не твои деньги, но они мои. Че? Вон, сиди в теле два. А, хоть так. Вы готовы здесь? А, найс. Здрасте. Добрый день. Пакет нужен? Да нет, не надо. Смотрел на камеру, как не знаю, что. Бери воду. Я жарюсь. Я не знаю, о чем он, но я буду жарить. Она смотрела. Видел, как она смотрела? Видел, как она смотрела на камеру? Она смотрела, как... знаешь, нечто как будто. Как будто она вообще впервые такое увидела. Пойдем направо. Нет, пойдем сейчас сюда патрулим. Вот к вам.
Wait, what's the club? Let's be. Понятно. Что на этот раз не так много тормознул. О, заклам. Я специально прикрыл датчик. О, заклам. Я ручкой от селфи-палки прикрыл специально маленький датчик. Я тоже, блин. Не дает прислоняться. Он, я вот так рукой. Да, и он еще за рукой прикрыл, и мы застряли этой херне. Вот, я так обычно, я всегда так делаю. Ребят, если кто-то вот был в этом моменте, ну, хоть раз это застревал, пожалуйста, простите меня. Там тебе дизлайк. Угу. И отписка. Записывайте. Нет, я сегодня. Тут даже миссии аккаунт отписались, да? Все 19 лайков. Мои. В том числе и мой. Один. Подайте бомжу на пропитание. Ну, мелочи нет. А вы разменяете, ну, 50, ну, копеек по одной, ну, копейки. О! Ребзя. Смотрите, сейчас будет руфинг, Дэн. Если что, будешь ловить меня, слушай. Давай. Не толкай меня тут. Ребят, труба. Круглая. А это значит, вышел предыдущий влог. А, нет, он не вышел. Он не вышел. Ну, предыдущий даже там. Ребята, я уже не держусь, я второй рукой держу. Мы на поте, мне страшно, я возвращаюсь обратно, потому что рука трясется. Чтобы здесь подняться, нужно постараться. А чтобы постараться, нужно хорошо поебаться. А этот дебил съебался хуй знает куда. Ватса, гоп-стопна! Момент. Буду снимать? Что такое? О, кстати, тихо! Ребят, вы знаете, да? Это наш инициал. Ватса, брат, стой, да! Смотри, как смешно бегает. Не смешно ли? Я это снял. Сумо нахуй. Ага. И на ботинке освещаю, чтобы залезать в трубу. Я вот в этом школу пойду. Ну, я все блядь. Ботинки в говне. У меня штаны в говне. Да, ты же не против, да? Го со мной. Заперлась. Слышь, Дэн! Я присел. Дэн, дальше. Что-то мне на другую сторону залазить, потому что там менты едут сзади. Сейчас они проедут. Это чел вон идет. Так, все вещи со мной хватит сейчас. Все. Вот сюда, есть вообще? У тебя какая-то круглая. Стрёмная. Дэн! Ребята, такой же момент будет в следующем влоге, только он будет в темноте и вечером. Это вот то место, которое будет обговариваться, где красивые два луча. А с фонаря там, сколько я помню. А где-то во дворе, или вот там мусора, я решил слезть. За грибы там нету, не хочется. Да, ладно, извините, менты. Это сейчас сидр уйдет. Нормально, блядь, сзади. Ребята, чуть не порвал курочку. Все.
сегодня парни со стороны дико падают. Дубль 2, здравствуйте. Он написал, здрасте, на всю улицу, я ему сказал, я не снял. Мы решили переснять. Короче, я его догнал, я был вон там. О, кстати, смотри, какой длинный автобус, что-то. Лимузин. Дубль 3, до свидания. Дубль 3, до свидания. Дубль 4, идите на. Я вообще через нас, кстати, ребят. Дубль 5. Вон на Турцию. Ребят, он предлагает на Турцию. Ребят, кстати, вот смотрите. У меня сейчас такая привычка. Нет, чисто. Чисто. Сам. Смотрю каждый день Life News. Добро, Life News, кстати, извините за рекламу. Первый канал. Ты на новостях. Россия 24. Для новости, то есть. Первый. Короче, ребят. Ну это прикол. Я смотрю новости. Я не понимаю. Куда? Люди срутся. Пульт там пиздишь. Из-за сушки нашей, которую сбили в небе над Сирией. С самолетом с Египтом мы посрались, то, что там есть. 244, ну, по-моему, погибли. Точно не помню, извините. Ну, ребят, понимаю, да. Мы показываем свой темперамент российский. Да? Я не тебе. Я понимаю, да. Много причин, почему. Турция там, да? Ну, конечно. Вот, ребят, а вы за кого? Вы вот проголосуете меня в ВК или в комментах, я сделаю на стенке в себе. За кого вы? За Путина. За связь, да, за связь с Турцией или за связь с Египтом. Или за путинские меры, которые он принял насчет того, чтобы не иметь никаких связей, дипломатических, не дипломатических связей ни с Турцией, ни с Египтом. Голосуйте, так что у меня в комментах. А мы уже тут немного приближаемся к детскому садику, нам прям немного осталось. Я как раз, пока мы будем ждать его брата, быстро поменяю аккумулятор, и мы начнем снова. Да, потому что у меня аккумулятор уже на минимуме, этот у меня там уже меньше 20%. Ну, потому что камеры китайские. Нет, просто она потребляет. GoPro еще больше потребляет. У меня этой камеры вот хватило, считай, сейчас скажу. Вчера я целый вечер снимал. Что ты снимал вчера? Как у меня там тачка под окном. В стенку почти въехал. Тоже начинается. Целый час я вчера снимал. На GoPro. Вот это что-то на 3. Что мне испачкал с тобой? А лучше бы там мы купили все. Где ты со мной испачкал штаны? Там нет нихера. Ага. Что такое? Это не я виноват. Это грязь. Ребят, короче, он говорит, что здесь везде говно, орехал говно. Ладно, я же тебя прорехал. Говорит, что здесь везде слякоть, это ебаная. Я иду нормально в желтых ботинках. И все в говно. Да, они все, кстати, грязненькие, они вообще с того года грязненькие. Все в говно. У меня капля какая-то сбоку, я вижу. На секунду. У меня капелька, оба. О, все, нет капельки. Мы сейчас идем, короче, до детского садика. После с балкона там полетели слева. В диском саду я меняю аккумулятор, мы идем снова за клавиатуру, снимаем. Сам первый магазин, который мы сейчас вам засниму. Моментик. Я сейчас выдвинул монопод. Я иду, смотрю тупо на экран, как я снимаю вперед. Я не знаю, меня слышно, не слышно. Можно сделать вот так. Ребята, это дичь. Представляете, эти провода здесь миллиардами лет живут. Вот здесь на балконе висит. Миллиард. Столько, сколько дома живут здесь, по-моему. Мы сейчас уже, кстати, приближаемся очень очень близко. Заканчивай, ты хуясь подать. Нет, сейчас. Да, сейчас она шибет все равно. Ему похер, что его шибут, ребят, представляете? Неужели Дэну стал похер на что-то? Он стал похеристом! Да. Лайк. Залавян, понял.
чтобы вас лишить видео, прикиньте. Давайте отвидим вот двоим себе вместе. Давай, ломай меня полностью. Поправь сейчас. А хоть сейчас дробь стало. А то сейчас придешь и воспиталок испугаешь. А пошли. Трахаться вы. Короче, ребят. Привели здесь очень близко к детским садикам. Да вырубай ты эту хуйню. Сейчас мы подойдем вот к этому дому. Я закончу эту часть, поменяю аккумулятор. И мы снова продолжим только еще с пополненным составом. Как мне при этом не будем с кадром водить. Хорошо, насчет орать. На этом вторая часть этого влога закончена. Мы там уже подходим. Так что ждите третью, следующую часть. И потом уже ждите после нее еще одну часть. Все. Сейчас в следующем видео, видосе ждите меня.